Добрый день, дорогие телезрители! В этом году вся православная Россия отмечает тысячелетие со дня представления святого равноапостольного князя Владимира. В народе его называли «Красное солнышко» или «Креститель Руси». Личности князя и цивилизационному выбору Руси будет посвящена наша новая рубрика «Солнышко России». Крестив Русь, святой князь воистину стал ярким светильником божественной благодати для своего народа. А крещение Руси стало величайшим событием отечественной истории, без которого не родилось бы в ней все лучшее возвышенное, что неразрывно связано с православной верой. Жизнь князя Владимира резко разделяется на два периода – до и после крещения. До принятия крещения жизнь князя мало чем отличалась от жизни других князей-язычников. Летописцы не жалеют черных красок, описывая этот период жизни князя. Преподобный Нестор писал: «Препровождал Владимир во время неверия дни свои в пирах и весельях, в любовной страсти даже до великого излишества, ибо сверх своих законных жен держал наложниц в Нове городе, в Ижгороде, на Берестове и в Белегороде больше тысячи». Тем удивительнее та перемена, которая произошла с князем после крещения. Из жестокого он стал милостивым, из распутного – целомудренным. Вернувшись в Киев, князь отпустил всех своих жен и наложниц, сказав, что христианскому государю подобает иметь одну законную супругу. В единое мгновение из Савла он превратился в Павла, уподобившись евангельскому слепцу, который, услышав призыв Спасителя, решительно, раз и навсегда отбросил ветхие ризы греха и неправды. Найдя драгоценный жемчуг веры, святой князь, подобно разумному купцу, вменил в прах все ценности языческого мира. Отсюда мы видим, как важно придать душе добрую направленность и какой великой силой обладает православная вера, способная совершить величайшее чудо – превратить грешника в праведника. Слова Христа, обращенные в Евангелии к блуднице: «Прощаю многое тебе за то, что много возлюбила», по праву можно отнести и князю Владимиру, и ко всему древнерусскому государству. В обзоре русской истории Сергей Германович Пушкарев пишет: «После крещения князь Владимир совершенно переродился. Он глубоко проникся христианской идеей помощи ближним, раздавал бедным обильную милостыню с княжеской казны. Князь жил, по рассказу летописца, в страхе Божьем и до того проникся чувством гуманности, что не решался даже казнить разбойников. И на вопрос епископов, почему он не казнит их, ответил: «Боюсь греха». Пушкарев, правда, добавляет, что, возможно, летописцы идеализировали образ князя, однако в памяти народной Владимир остался щедрым и милостивым князем, воспетым и прославленным во многих русских былинах. Сегодня же вся полнота русской церкви прославляет святого князя в Акафисте. «Радуйся, яко тобою имя Господне во всех пределах страны твоей прославляется. Радуйся, яко твое преславное имя от всех родов русских с любовью воспевается. Радуйся, Владимире, державы русские, просветителю». На этом мы заканчиваем наш рассказ о преображении личности князя после крещения. Следующая наша программа будет посвящена избранию веры святым князем.